Какое-то административное здание. Идем всевозможными скверами. Вася нас ведет. Надеюсь, доведет. Возможно. Смотрите, как у нас еще. Как в сентябре в Сибири. Да, по поводу комментариев, что многие не поняли, что я сказала, что поедем. Конечно, не на совсем. Но каникулы долгие, 3 месяца. И я уже пообещала детям, что я их свожу в Тюхтет на следующее лето, на каникулах. Ну, конечно, тоже надо будет посмотреть, что и как. Это, наверное, вообще центр города, что ли, да? Красиво как все. Ну, с другой стороны, может, и правильно, что Вася забыл. Что мы хоть прогуляемся. На улице прям так тепло. Вася даже шапку не взял. Я сначала заругалась, говорю, опять ты шапку не взял на свою лысину. А иду, и прям вообще хорошо, не сама холодно. Сама так без шапки идешь. А потому что жарковато мне даже, я расстегнулась вся. Ну, плюс 10 где-то, наверное. Ветер такой, знаете, вот такой прям теплый ветер. Бывает холодный, а это прям вот теплый. Ветерочек прям теплющий. Вы знаете, что я заметила? Здесь, в Краснодарском крае, в каждом населенном пункте есть улица Красная. И она... Подожди, красный горит. И она как бы центральная идет. Наравне с улицей Ленина. Вот если улица Красная, значит, это центр. А не знаю, у нас в Сибири, я не помню такой улицы, что по сути она в любом населенном пункте она 100% есть. Вот кто бы мог подумать, да, еще 10 лет назад, что мы по Краснодару будем гулять. Скажи. Да чего жизнь непредсказуемая? Что мы будем в таком дорогом ресторане жить, есть? Ну, пускай даже в отеле, в ресторане, но все равно. Привел все-таки Сусанин. ДНСу. Я в тебя верила, верила. Я верил ВАГИС. ВАГИС? Я попытаюсь это сорвать. Мне как бы там налюбленные нужны, да, то есть все-таки был приятный момент. Ну, по крайней мере, пока не выгоняют. Может быть, Вася телефон еще купим. Дарина сказала ей новый ноутбук подарить на Новый год. Поэтому к Новому году надо будет купить. Магнитолы всякие. Ну, в общем, покажем уже в номере, что мы выбрали, что мы купили. Небольшие, да, какие они?
прям вообще малюсенькие. Это вообще какой малюсенький. 512 гигабайт. Посмотрите, сколько народу в рыбном ресторане. Клёв называется. У Васи на канале увидите, как я тунец пробовала. Ничего говорить не буду, но я Вася себе тунца заказал. Я у него пробовала. Какой красоту продаем. Если есть вопросы, задавайте. А ночью здесь еще и, смотрите, огни горят. Какое дерево огромное. Огромное дерево. И оно подсвечивается. Вася, нас забывчивая стоила нам 2500. Две. Скидка нам еще. Да. Наконец-то мы купили штатив. 1600 стоит. Ну, со скидкой, наверное, там 1200. А я думала, они вообще дорогие. Смотрите, какой. А еще, знаете, что я хочу? Пылесос такой, это маленький, длинненький. Так раз попылесосил и опять в угол поставил. Вась, хочу пылесос на кухню особенно. И прихожую. Беспроводной такой. В общем, я свои хотелки сказала. И, что, открывай. Купили Васе, мы смотрели Huawei, по-моему, еще. Ну, Вася им поснимал, и он, понимаете как, он, в общем, как-то не то. И Вася взял вот такой Honor. Будешь открывать? Да. Давай, открывай. Адаптер взяли, чтобы туда вставить эту. Вот потом нормально там сделается. Пустили, ничего, ни слова не сказали. В Ладожской пошли. QR-код. Мы нету. Все, вышли. Хотели телефон там посмотреть. Вот такой. Черненький. Видите, даже запакованный. Принесли. Все, Вася Владимирович будет снимать сейчас на новый телефон. Единственное, что папки снимать очень некогда. Вот сейчас, может быть, поставишь, да будешь снимать, а? В огород унесешь? Да. Западе бывает. Да. То, что еще обрезать, подстригать, половину чистить. Там... Знаете, подожди, доченька, папка. Мы так далеко ходили. Пришли туда, все купили. Я говорю, вот сейчас обратно пойдем и будем без конца встречать вот эти вот магазины электроники. Вот здесь за углом МВидео, представляете? Зато мы 200... Калорий сожгли. 208 килокалорий сожгли. Угу. Пошли давай сейчас в бассейн. Сейчас отдохнем. После килокалорий. Начинается. Вот. Все. Ну-ка включай, как он тут будет. Он еще пустой. Ничего там нет у него. Еще заряжать его надо. Нет, спускается. Угу. Красотень. А у меня какой? А у меня что за телефон? Huawei. У меня Huawei? Да. Что, реально? Да. Huawei Redmi. Ну, у меня звук плохой вообще.
Я начинаю на него снимать, зрителям вообще не нравится. Звука нету, ничего не слышно. Ладненько. Настраивай. 15 минут и пойдем в бассейн. Да. Позвонила я по телефону на эти термальные процедуры, там, которые вот там все написано, и бассейн там есть. Они сказали, ну, я думала, там приходишь, переодеваешься, как бы, кабинки, они говорят, нет, вы у себя в номере полностью переодеваетесь, мы только полотенце вам выдаем, там халаты есть, короче, это. А я-то думала, мы сейчас туда попремся, а я и так и говорю, а то мы сейчас припремся полностью одеты. Она говорит, да нет, зачем вам, у нас такого и нету, переодевайтесь, в купальниках приходите, там халаты висят. Тапочки одели, все тут есть. Понятно? Тапочки тут. Вон они лежат. В куртках, в ботинках потащимся. Короче, дорогие мои, мы даже телефоны с собой брать не будем. Не будем брать с собой телефоны? Мы пошли отдыхать. Поэтому снимать мы там ничего не будем, мы будем просто отдыхать. Может, вечером еще немножко поснимаем. У нас валяется, но мы отдыхаем, мы на отдыхе. В общем... Думали мы, думали и решили. Сходили один раз в ресторан, хватит. Мы пойдем в Магнит. Короче, там купим. Может быть, там салаты есть. Ну, реально дорого. Ну, очень дорого. Все, мы пошли в магазин и придем обратно. Я сумку там освобожу, возьму. Ой, мы пришли с бассейна. Конечно, мы намылись, переоделись. И пойдем. Я тунику с собой брала, видите, вот. Фильм какой-то идет. Ладно, пошли уже, время идет. Кушайте. Все-таки мы сходили в Пятерочку и набрали продуктов. Дешево и сердито. Довольно-таки вкусно, да? Да. Салаты свеженькие такие. В общем, мы сейчас будем ужинать и смотреть фильм. «Морской бой» называется. А смотреть нечего. Ой, все. Ой. Ну, папка. Ой. Вы знаете, лицо помятое. Потому что я фильм легла посмотреть. Называется. Подушки положила. Все, думаю, сейчас посмотрю. И уснула. Ну, сейчас время у нас где-то, наверное, 11:30. Пришлось встать, потому что я таблетку не выпила, инсулин не поставила, все проворонила. Ну, ничего, все сделала, ноги еще помазала. Сейчас тоже лег спать. А я сейчас сижу, жду, когда у меня ноги высохнут. Жалко, постель белая-белая, мазью замарать. Ой, все. Видео, наверное, буду завтра делать. Если я сейчас усну, значит завтра. Не усну, значит сейчас. Поэтому всем пока, всем до завтра.